Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Петухова. Здравствуйте. В Кировской области стало на 11% меньше безработных. Как сообщают в Управлении государственной службы занятости населения, с начала года в целях поиска работы обратилось более 34 тысяч человек. При этом работодатели предоставили около 70 тысяч вакансий. В течение января-сентября с помощью службы занятости удалось трудоустроить почти 24 тысячи человек. 30% из них нашли постоянную работу. Наибольший спрос на рабочую силу отмечается в сфере обрабатывающих производств, строительства, торговли, транспорта и сельского хозяйства. В службе занятости отмечают, что сейчас в регионе официально зарегистрировано 7,5 тысяч безработных, на 11% меньше, чем на начало текущего года. Интересно, что почти половина всех безработных – это люди в возрасте старше 50 лет. Немалую долю среди тех, кто ищет работу, составляют городские жители. Женщин и мужчин среди соискателей примерно поровну. Программа «Экономика». В следующем году россиян ждет дефицит продуктов и рост цен. К такому выводу пришла Счетная палата, сообщает «Коммерсант». По мнению аналитиков, Россия может не справиться с полным замещением импорта продуктов, на которые распространяется эмбарго. В первую очередь, прогнозируют аудиторы, проблемы возникнут с некоторыми видами мяса и молочной продукции. Счетная палата, ссылаясь на данные Росстата, сообщает, что в прошлом году уровень свободных производственных мощностей в мясоперерабатывающей отрасли составил около 34%. При этом на импорт приходилось почти 60% от всего объема потребления говядины в стране. Доля завезенной из-за рубежа свинины достигла 31%, мяса птицы – 13%. Именно эти продукты подорожают в первую очередь. Далее цены вырастут на сыр и молоко. В Минэкономике, по данным «Коммерсанта», с прогнозом Счетной палаты согласны. Там ждут снижения производства продуктов и продолжения роста цен на продовольствие в стране в 2015 году. Экономика на 101 FM. Аудиторы Счетной палаты, в свою очередь, утверждают, что сегодня необходимо субсидировать аграриям ставки по кредитам. Впрочем, и резкое увеличение объемов производства может сыграть не на руку сельхозпроизводителям, считает руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. При снятии эмбарго российские аграрии могут столкнуться с низкой конкурентоспособностью, а это приведет к снижению доходности. Экономика. Кировских предпринимателей научат осваивать зарубежные рынки. 7 ноября в Кирове начнутся курсы повышения квалификации для представителей малого и среднего бизнеса, которые производят товары на экспорт. Курс представляет собой 9 лекций. В него войдут вопросы из сферы логистики, таможенного оформления товаров, налогообложения, а также страхования. Обучение будет бесплатным. Анкеты от желающих принимаются в учебно-деловом центре Вятской торгово-промышленной палаты и в Департаменте развития предпринимательства и торговли Кировской области. Курс валют по данным Центрального банка на 15 октября. Доллар – 40 рублей 53 копейки. Евро стоит сегодня 51 рубль 51 копейку. Мария Петухова. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.